Шестую победу подряд одержали дублеры футбольного клуба «Славия Мозырь» в главном республиканском турнире для молодежных команд клуба высшей лиги. На сей раз повержен был Дзержинский «Арсенал» в гостях со счетом 5-4. По счету было видно, что очень был сложный матч, очень сложный поединок, тяжелые погодные условия. Было очень жарко, было очень душно, искусственное покрытие давало себе знать, что было очень некомфортно двум командам. Матч складывался вроде бы и с одной стороны и неплохо, мы вроде бы все время шли вперед, смогли отыграться при 1-0, но как бы, возможно, эти факторы, возможно, фактор длинного переезда сказался, что ребята были немножко не готовы к такому вязкому течению борьбы. Не глядя на то, что дзержинская команда находилась на предпоследнем месте в турнирной таблице первенства, победа над «Арсеналом» не была простой. Соперник навязывал очень хорошо борьбу в штрафной площади, использовал свое физическое преимущество, были чуть более старшие ребята, чуть более крупные, и использовал все свои практические шансы и со стандартных положений, и с полу таких моментов реализовал практически все, что у него было. Ну а мы же немного растратили свой стартовый запал, могли забить еще чуть больше, но сказалась усталость, жара, где-то подсели, позволили сопернику чуть больше пространства, чуть больше времени для принятия решений, что и вылилось, в принципе, в такой, можно сказать, нервный немножко матч, что мы забиваем, отрываемся в 2 гола, они отыгрываются, опять начинается, грубо говоря, работа с нуля, что нужно наращивать преимущество. Пропустив гол на 9-й минуте, наша команда сумела сравнять счет. Гол на счету Романа Матюшенко. Вновь выступая в роли догоняющей, молодежная дружина «Славии Мозырь» усилиями Александра Рафаловича и дважды Николая Рябых вышла вперед с двукратным преимуществом, которое соперник сократил. Но после еще один гол Рафаловича восстановил статус-кво. А 4-й мяч «Арсенала» на 67-й минуте обеспечил жаркую концовку, но не смог переписать имя победителя. Им стал наш полесский коллектив. В принципе, я доволен, что при такой игре, в таком сложном матче, который складывался очень, так можно сказать, нервно для нас, все-таки мы смогли одержать победу. Это очень важно для ребят, чтобы они продолжали верить в себя, почувствовали уверенность, что даже при таком течении матча, когда у тебя много чего не получается, сложные погодные условия, все-таки мы побеждаем. Это закаляет ребят, прививает чувство победителей. Ну и в принципе это результат очень важен для нас тем самым моментом, что благодаря ему мы поднялись на 3-ю строчку, что говорит о том, что все-таки мы готовы бороться за высокие места, не зря работаем, и ребята прогрессируют и растут вверх. В 6 последних победных матчах наша дружина забила 30 мячей, то есть в среднем 5 голов за матч. Показатель, что не говорите, характерный. И да, свой следующий поединок наша молодежная дружина футбольного клуба «Славия Мозырь» проведет 25 августа в воскресенье на стадионе Полесья в агрогородке Козинки. Соперник – могилевский «Днепрорезерв». Стартовый свисток рефери в 14:00. Не пропустите.